Привет, ребят, с вами я, The Green Panda. И сегодня я вам покажу три факта о Minecraft 1 и Minecraft 16W42A. Не только факты, да, еще забыл сказать, не только факты, но и секреты. Первое — это дверь Шалкер. Ну, мы тут видим кое-какие механизмы. И мы видим шалкер-бокс. Давайте я вам покажу сейчас шалкер-бокс. Вот. Белый шалкер-бокс. Допустим, давайте возьмем пластинку, я не знаю. Ставим шалкер-бокс. И загружаем туда пластинку. Ломаем шалкер-бокс, он нам выпадает. И на нем написано: пластинка 1. И когда мы ставим, мы видим там пластинку. Вот так. Что? Вот такие вот, ребят, дела. Так вот, это и шелкер-бокс тоже сам. В нем ничего не лежит. Но зато смотрите, что он делает. На двери. Двери открылись. Теперь берем. Не успели. Так, давайте поближе подойти. Так. Двери открылись и бежим. Успели. Вы видите, как это все работает. Поскольку шалкер-бокс, как я вам уже показывал, поднимается, он поднимает с собой мобов и предметы, которые лежат на нем. Этот житель сдевает ниточку. Вот видите, юхи-бокс. Ниточка, смотрите. Ниточка активирует. Редстоун сигнал. Рассел сигнал подает сигнал репитерам, которые, в свою очередь, открывают дверь. И зачем я это сделал? Ну, в общем-то, не суть. Мы это уже посмотрели, мне это больше не пригодится. Кто хочет, как сделать вот эту машину, прям как показать, ставьте лайк. Наберем один лайк, тогда выйдет следующее видео. Следующий факт заключается в овце и в, опять же, новом мобе Эвокере. Мы берем, ставим Эвокера, берем узрит, перекрашиваем овцу и... Эвокер перекрашивает ее в красный цвет. Что ты делаешь? Же овца теперь красная. Вот опять перекрашиваем. Опять делаем красный. Вновь перекрашивает. Эй. Опять ее делает красный. Видимо, не любишь ты. Он на жителя у нас сейчас нападает. Не любишь ты красный цвет. Все, хватит. Блин, ребята. Мы его сейчас замахаем. Он пытается нашего жителя убить. Получай. Нам выпал изумруд и тотем от смерти. И у жителя он не убил. Так, и последний, третий факт у нас заключается в том, что шалкер, опять же, нововведение 1.9, давайте же спустимся. Это единственный моб, видите, не шалкер-бокс. Даже шалкер-бокс не стоит, это именно шалкер. Он стоит на каком уровне? -1. Ай, -1. Ну, -2, но вообще -1. И подниматься очень долго, 3 минуты, поэтому я поставлю на паузу. Все, ребята, я поднялся, а на этом наш топ закончился. И давайте даже наконец, раз у нас есть тотем от смерти, я вам покажу вообще, зачем он. Мы берем, взлетаем высоко. Теперь мы... Как вы видите, взлетели очень высоко и еще выше. Теперь мы берем и смертельный трюк. Game Mode Adventure.
Спектакль Survivor. И мы сейчас разобьемся. Но... Да, происходит вот это. Ну, на самом деле, я думаю, если спрыгнуть вообще с гигантской там высоты, там гейм-мод, креатив. Я думаю, если спрыгнуть вообще с гигантской там высоты, все-таки, я думаю, не выживешь. У нас регенерация на 17 секунд. Ну что ж, ребята, с вами был я, Загрип Панда. Подписывайтесь на мой канал, давайте наберем на этом видео 1 лайк, тогда... Это не я. Тогда выйдет следующее видео. И, сам, как я уже говорил, с вами был я, Загрип Панда. До скорой встречи. Пока! Пух.